Маргаушская птицефабрика основана в 1968 году в деревне Куракасы. Сельская местность была выбрана не случайно. Она расположена вдали от автомобильных и железнодорожных путей. Здесь нет крупных промышленных производств. Благодаря этому в деревне и близлежащих окрестностях чистый воздух, который идеально подходит для содержания здоровых птиц. Елена Николаева пришла работать на фабрику разнорабочим 25 лет назад. Теперь она птичница с большим стажем. Говорит, все изменения на предприятии проходили на ее глазах. Тут легко сейчас. Раньше было тяжелее, конечно. Цеха новые, оборудование все новое. Светлые. Птицефабрику по праву можно называть градообразующим предприятием всего района. Здесь трудится 198 человек, преимущественно местные жители. Вот только работа, не ленись. Зарплата платят, авансом дают. Отпуск есть, выходные есть. Чего еще надо? Живем недалеко, сели, поехали, приехали. Автобус, рейсовый автобус, ездим. Утром, вечером, все. 5 дней работаю, 2 дня отдыхаю. Сегодня на территории птицефабрики действует 18 производственных цехов, 14 из которых предназначены для производства яиц, 4 для выращивания молодняка, 1 цех инкубации. Кроме того, здесь производят свои корма. Несуши кормят только натуральным зерном. Делают все для того, чтобы с ростом качества не росла цена. В конечном счете выигрывает потребитель. Мы вот кормим экологически чистым зерном, нашим чувашским. Там никаких химикатов, ничего не добавляем. Комбикорм, все наше. Химии нету. Поэтому не только беру там, даже у нас со всеми школами, детскими садами есть контракты. Поставляем, пользуются. И все кушают наше маргаушское яйцо. На предприятии думают о расширении рынка сбыта. Хотя уже сейчас о качественной продукции птицефабрики знают не только в России, но и в Белоруссии и Казахстане. Сегодня можно говорить о птицефабрике, что она не стоит на месте. Идет инвестирование, идет модернизация оборудования. Самое главное – это люди, которые работают на фабрике. Поэтому хочу, чтобы у вас все складывалось хорошо, вы в дальнейшем развивались. Основной показатель для предприятия – количество яиц. И здесь он растет в геометрической прогрессии. 5 лет назад – почти 66 миллионов. В прошлом году – 2 раза больше. А в этом, согласно прогнозам, 128 миллионов яиц. В планах руководства еще увеличить эту цифру, расширив уже в этом году объемы производства, создав при этом для наших земляков новые рабочие места. Олеся Русакова, Валерий Резюков, Республика.